Hi everyone. Здравствуйте, ребята. Today is the 10th of September. Сегодня у нас 10 сентября. The topic of our lesson numbers. Тема нашего сегодняшнего урока числа. Итак, сегодня на уроке мы с вами научимся, как говорить кому сколько лет. Итак, я вам написал здесь первый вопрос. How old are you? Сколько тебе лет? И здесь даны варианты ответов с глаголом to be, который мы с вами изучаем, и по лицам. Итак, в первом лице смотрите внимательно с местоимением I. Как ответить мне 9 лет? Вы говорите I'm 9. Повторяйте то, что я буду говорить. I'm 9. You're 11. He's 10. She's 12. We're 20. They're 15. Итак, мне 9 лет, тебе 11 лет, he's 10, ему 10 лет, she's 12, ей 12 лет, we are 20, нам 20 лет, they are 15, им по 15 лет. Итак, запишите все это в тетрадочку, сегодняшнее число, тему, запишите вот этот пример. Далее, ваша задача будет выполнить упражнение 2 на странице номер 8. Вот оно, это упражнение. Яркое, красочное. Здесь у вас даны циферки от 1, смотрите, 1, 2, 3 и до 12. Вам нужно будет предположить, кому сколько лет. Например, вот мальчик нарисован на картинке по циферке 1 и написано his, ему, я думаю, что ему 5 лет. His 5. И записываете в свои тетрадочки. Страница 8, упражнение 2. Продолжайте писать после того, как вы написали число, тему и вот эти примеры. И записывайте циферку 1 и пишите his 5. Выбираете число дальше. Their 13, например, им 13 лет. Итак, после того, как вы запишите сюда все эти числа с картинки от 1 до 12, запишите сколько кому лет, вам необходимо будет записать еще аудиофайл, как читается все это. То есть упражнение 2 нужно будет включить аудиосообщение, нажать кнопочку в WhatsApp и отправить мне голосовое, как вы читаете все вот эти вот от 1 до 12 предложений. Но прежде чем это сделать, я вам советую еще потренироваться вместе со мной произносить числа. Сегодня мы с вами повторим числа от 1 до 20. Я не помню, в прошлом году на факультативе изучали мы с вами табличку или нет с вашим классом эту. Итак, эта табличка нам позволяет считать от 1 до миллионов очень легко. Но сегодня мы с вами возьмем только и повторим первые 20 чисел. Научимся с вами еще раз правильно их произносить, если кто-то забыл, как правильно произносятся те или 4 цифры. И ваша задача сегодня будет хорошо научиться бегло произносить цифры от 1 до 20 и в обратном порядке от 20 до 1. Сейчас слушаем меня внимательно, повторяем за мной и стараемся копировать произношение. Запоминаем, как они произносятся. Потом, когда я прочитаю от 1 до 20, с 20 до 1, вы можете останавливать видео, потом возвращаться, снова прослушивать, как я это говорю, и повторять, тем самым запомнить. Итак, начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обратите внимание, что вот это окончание teen добавлено у нас с 13 до 9. Оно подчеркнуто. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Обратите внимание, что окончание падает на него ударение. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Обычно больше всего затруднений вызывает вот эти две цифры. 13
и 14. Обратите внимание, как они произносятся. Еще раз повторите. 13, 14. Итак, начнем с вами считать от 20 до 1 в обратном порядке. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, задание вам. Записать аудио, где вы читаете цифры от 1 до 20. Можете два аудио. Сначала от 1 до 20 прочитать, а потом с 20 до 1 в обратном порядке. Итак, ваша задача сегодня, цель на уроке, это отработать произношение цифр от 1 до 20 и в обратном порядке. Запомнить, ну и выполнить, конечно же, вот это упражнение. То есть записать число тему. Вот эти примеры. Выполнить упражнение на странице номер 8. Вот оно, это упражнение. И также прочитать мне его, это упражнение. Все предложения, которые вы запишете, записать аудиофайлом. Итак, я жду от вас сегодня до 6 часов вечера фотографию с тетрадочкой, где вы записали число, тему, пример, упражнение номер 2 записанное. И аудиофайл, как вы читаете предложение из упражнения номер 2. А также я жду от вас аудиофайл, как вы читаете циферки от 1 до 20 и в обратном порядке. На этом все. Табличку я вам вышлю. И скриншот книжки страниц номер 8 я вам тоже вышлю. И полностью книжку вышлю, если кому будет удобно в PDF формате. Пускай она будет у вас. Good luck. Всем удачи. Жду ваших работ.